Всем привет, спейслорды. Я вот что решил. Я решил потренироваться в одиночной тренировке. Вот я добрался все-таки до одиночной тренировки в шоке. Чтобы добраться до остальных, это надо за каждую сыграть и выиграть вот еще сколько раз. В одиночной тренировке, как мне показалось, немного полегче. Хотя я вижу, что тут есть разные режимы сложности. Пока не знаю, как дойти до сложного режима. У меня вот в среднем стоит. Ну, будем, значит, в среднем тренироваться. Поиграть, видимо, можно только... А, ну как только? Тут в одиночку и все. Тут антагонист и наемник не работает друг против друга. Значит, играем в одиночку, смотрим. Персонажа не будем смотреть, лучше карту смотреть. Пока мне устраивает Шая вполне. Поэтому я буду в одиночной миссии, даже в шоке, играть за Шаю. Ну что, приступим? Да. Ну, значит, Харька возьму. Мне пока по душе два эти персонажа. Все, Харька и начинаем. Ага, я понял, почему здесь нельзя за Шаю играть, потому что в этой миссии мы ее, можно сказать, спасаем, да? Ну, здесь по миссии просто. Здесь нужно щупальца у него отбивать. Ну, давайте уже по одному выходите. Так, куда он следующий щупальца свое примастил? Да не надо мазать, ё-моё. Стреляй ты как положено. Так, следующая щупальца вон там, да? О, там элитный боец. Я, пожалуй, хочу его в рукопашном победить в бою. Ух ты! Да стой ты! Стой ты! Прими свою смерть. Хочу победить в рукопашном бою, чтобы был у нас... Вы понимаете, чтобы что было. Чтобы энергия Алифа была, да? Ага, еще один. Привет, с кем разговариваем? Так, что нам нужно, что нужно, что нужно? Щупальца отстреливать, чем мы сейчас и займемся. Вообще очень просто, когда один, если честно, вообще. Не испытываю трудностей. Ага. Снова сюда решил повесить. Промазал. Ой, опять промазал. Не, что это такое? Да что со мной? Вот, наконец-то. Так, где следующий? А, он тут уже еще есть. Только я почему-то не попал в него. Сейчас не должен промахнуться. И что? Ага, потерял свой щит, да? Ну, попробуем по-быстренькому с ним разобраться. А, тут же еще нам кое-кто мешает. Ух ты! Ух ты! Надо мной как раз был. Ну, ладно. Иногда можно и умереть, ничего страшного.
Так просто. Просто несерьезно. Так. Этот гаджет будет мне мешать, как ни одному-то справиться с этим. Ого, круто. Блин, он мне не дает ничего сделать. Давай. Оп, отлично. Будем как-то обманывать, что? О, иди на другую сторону. Да не так. Ай, как же тебя обмануть-то? Наградам получено 3000 золота, да, и все. А опыт за это не дают, за такие миссии. Ну, на удивление, все прошло очень быстро, даже не интересно было, если честно. Так все раз и прошли, короче. Ну, видимо, тренировка есть тренировка. Будем дальше продвигаться по тренировкам одиночными миссиями. По идее, вообще все просто. Ладно, на этом тренировку сегодня закончим. Потренировались, хватит, нужно отдыхать иногда. Всем, кто смотрел ролики, понравилось, ставим лайки и подписываемся на канал. Ну и пока.